Вечером 28 июня на Адмиралтейской площади прошел концерт легендарной группы «Машина времени». Бесплатно. Вход свободный. Послушать Андрея Макаревича и Александра Кутикова собралось гораздо больше 10 тысяч человек, чтобы там не подсчитывали полицейские. Заявленное начало в 8 вечера мягко перетекло в 21.00. Час ожидания организаторы скрашивали как могли. Диджеями с кричалками, рекламными акциями, известной радиостанцией и торговой маркой «Авто» и даже исполняющим обязанности градоначальника Воронежа господином Чернушкиным. Когда терпение собравшихся на площади людей стало уже смешиваться с ворчанием, «Машина времени» начала свой замечательный концерт. Мы давно не были у вас в гостях. Надо сказать, что у вас там чертовски красивый город. Мы вас поздравляем. На турслете под гитару голосили песни «Машины времени». Ну, как-то так было. То есть вам нравилось и сейчас, и тогда? Ну, конечно, нравилось. Просто был какой-то момент, когда, ну, вроде как, не слушали. Ну, как только вспоминаем, так вот сразу, бегом. Парень отрабатывает как надо. Понял. К нему претензий нет. Спасибо. «Машину времени» знаю, сколько себя помню. С первых их аккордов ездил везде, на концерты был, в Санкт-Петербурге, в Москве. Вообще люблю эту группу, знаю много песен и сам даже пытаюсь на гитаре играть их. Вот. Это замечательно. А когда последний раз, вот кроме этого случая, вживую, да? Я даже уже не помню. Pink Floyd, вот я на концерт «Стены» ездил, да, это... А вот «Машину времени», к сожалению, не было такого возможности. На Красной площади их не пускают. Семьей и посмотреть, да, действительно, как они выступают вживую. Не более. Первую. А до этого видели хоть раз живую? Нет. Нет. «Машина времени» и ее солисты – советская классика, ставшая классикой российской. Спасибо музыкантам за концерт. Приезжайте еще, хоть платно, хоть бесплатно. Воронеж вас любит и ждет.